Газотурбинный двигатель разобран на части. 8 лет он работал на белорусском предприятии. Теперь доставлен на ремонт в Тюмень. В родной стране нет ни одного завода по обслуживанию такой техники, рассказывают журналистам делегаты. Сегодня здесь историческое событие. Подписывается соглашение между ассоциацией «Нефтегазовый кластер» и компанией «Energy Management». Сегодня эта компания после ухода «Siemens» обладает всеми компетенциями в части наладки, капитального ремонта, поставок различных запчастей по газотурбинным установкам Siemens. Компания Energy Management обладает теми технологиями, которые мы будем применять при изготовлении новых комплектующих. Это самое важное. Интеллектуальный потенциал и производственные мощности решено объединить на тюменской площадке. Завод «Базовое машиностроение» станет центром по восстановлению иностранных газотурбинных двигателей. У нас в Беларуси огромное количество газовых турбин, особенно вот последние 17 штук так называемых СГТ-800, это мы их называем белпикеры, они установлены для использования в качестве запасных в случае выхода из строя или отключения белорусской атомной электростанции. Очень важный проект. Вот мы только что завершили пусконаладку на них. Компания не только ремонтирует газотурбинные двигатели, но и выезжает на месторождение, чтобы их обслуживать. Это выгодно и клиентам, и тюменским инженерам. Белорусам, не только им, нужны российские комплектующие, а точнее уже тюменские. На этом заводе выпускают детали, которые разработали сами. Компания – участник нефтегазового кластера, а теперь их партнеры белорусы имеют отношение к ассоциации. С той стороны, это дает убежденность и уверенность в том, что мы предлагаем проверенных партнеров. Наш нефтегазовый кластер консолидирует все самые лучшие предложения, которые есть на рынке. Белорусы, в свою очередь, намерены обеспечить тюменский завод станками собственного производства. А еще в планах здесь выделить зону под шоу-рум. Губернатор поддержал идею, чтобы просто это место было действительно презентационной площадкой широкого шлейфа и для других предприятий. Не только Тюменской области, но и соседних регионов, которые могли бы сюда просто приезжать и видеть, и вживую щупать, что производят белорусы. Как возрождают железные сердца, так называет директор завода двигатели, можно увидеть уже сейчас. Здесь ждут новых партнеров. Татьяна Воротилова, Федор Глазунов, Тюменская служба новостей.